лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит «слава», это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан старался превозмочь. В трюме добрыми мотая мордами, тысяча лошадей топтались день и ночь. 1000 лошадей, подков 4000. Счастья все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Как же быть и что же делать, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, в море в синем остров плыл гнедой, и сперва казалось плавать просто, океан казался им рекой. Только нет у этой речки края. На исходе лошадиных сил кони вдруг заржали, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли.